No, no, you have a pen. Сьогодні перед юними жителями нашого села гостинно відчинить двері наша школа, яку спільними зусиллями, завдяки підтримці батьків, ми підготували до нового навчального року. Загалом за шкільні парти сьогодні сяде 105 учнів, з яких 5 першокласників. Пожелати вам мирного неба. Пожелать, чтобы никакие внешние обстоятельства не мешали вам учиться, чтобы вы в этой школе получили хорошие базовые знания и стали настоящими патриотами Украины. Это, дорогие родители, я хочу от лица... Шануймо память тих людей, кто звеличив нашу землю, тих, завдяки кому наше життя зігріто сонячним світлом і безхмарною блакиттю небес. Вранці швидко прокидатись і гарненько вмиватись, гафу школи не ловити, не бігати, чемно ходити. Ви готові? Готові! До порядку себе привчати, у схованки з речами не грати, в чистоті портфель тримати. Ви готові? Готові! Работаем, мы тут живем. Зачем мы будем? Нам нравится наша школа. Нравится учителя. Мне нравится, как учителя подходят к детям. И вообще, наша школа, наверное, самая лучшая. Вот стояли два класса. У нас много. У нас сейчас в одном классе 18, в другом 16. Было много, да, два класса. В общем-то, и перспективы нет. Следующий, в мережу до 23-го года передавали сеть классов. В каждом классе 5-6, это самое большее количество детей. Ну, мы это связываем даже не с военными действиями, хотя выехало очень много молодежи, а в связи с тем, что нет рабочих мест. Молодежи негде работать, все уезжают в город. Вот. В основном остаются те, кому, в общем-то, деваться некуда. Поэтому резко упало количество детей. Выпускаю мало и принимаю мало. Вы одноклассники, ой, я живу.